Крестьянские хозяйства Зайсанского района в Восточном Казахстане могут остаться без поливной воды. Все из-за состояния местной плотины. В середине 60-х годов прошлого века водохранилище Уйдине собирало до 75 миллионов кубометров воды. Этого хватало, чтобы обеспечить все хозяйства района. Но несколько лет назад в теле плотины обнаружили фильтрацию воды, говорят специалисты. Чтобы сооружение не разрушилось, было принято решение заполнять его на треть. В результате высохли 30 поливных каналов. Десятки тысяч гектар остались без полива. Сейчас в Министерстве нацэкономики решают вопрос с выделением средств на ремонт. Ориентировочная сумма 2 миллиарда тенге. И если она с бюджета поступит на следующий год, после вегетационного периода, возможно начать работу по реконструкции. Денег на ремонт плотины ждут и жители Тарбагатайского района. Проектная мощность водохранилища Кандысу – 45 миллионов кубометров воды. Сейчас уровень воды крайне низкий, поскольку водопропускная система в аварийном состоянии. А народ страдает, потому что она этим живет. Поливная земля, багара нету. Люди ждут ремонта. Если ремонта не будет, люди говорят, переедем отсюда. А что делать? Для скота что надо? Все на... Вот у нас земля вся поливная. Для народа это самое важное концу. 5 населенных пунктов Тарбагатайского района живут за счет животноводства. Нет воды, значит нет кормов, нечем поить скот. Сейчас проблемный вопрос плотины Кандысу на контроле партии Аманат. Жители надеются, что ее ремонт сократит отток населения и поможет в развитии животноводства Тарбагатайского района.